Дорогие друзья, меня зовут Руся, я рада приветствовать вас на курсе «Вокальный образ», «Вокальный имидж». Для меня большая честь делиться с вами знаниями, которые я шлифую и нивелирую уже в течение последних 12 лет, и я верю в то, что мои знания будут вам полезны. Перед тем, как вы приступите к выполнению упражнений, пожалуйста, обратите внимание на некоторые вещи. Для того, чтобы вам было более легко и понятно работать с данным курсом, я хочу вам рассказать о некоторых нюансах. Нюанс номер один. Мы с вами будем изучать устройство речевого аппарата по системе ТОП. Что означает ТОП? Конечно же, это ТОП-класс, высший класс, но ТОП – это следующее. Тело, осознание и практика. В начале каждого занятия я буду вам показывать, как устроено упражнение, как это все работает с точки зрения телесности. О, осознание. Я буду детально объяснять вам об устройстве каждого упражнения, почему мы говорим тот или иной звук, почему мы стоим прямо либо в наклоне и так далее. И П, конечно же, практика. После того, как вы все услышите, увидите, вы попробуйте практиковать это сами. Для чего эта система ТОП нам нужна? Для того, чтобы наше тело поняло, что мы от него хотим, как оно должно работать, чтобы все минимальные детали техники выполнения упражнений мы прогнали через осознание. Чем глубже и детальнее мы понимаем процесс, тем лучше работает наше тело. Ну и, конечно же, практика. Я желаю вам хорошего настроения, большой уверенности в себе, огромного удовольствия. Поверьте, звучать классно – это невероятное удовольствие. Я желаю вам прикоснуться к своему собственному голосу, наладить с ним контакт, узнать его, полюбить и пользоваться голосом во всей красе. Хорошего вам настроения, не теряйте, пожалуйста, мотивацию, я всегда где-то рядом.